Сегодня в ролике мы займемся кастомной покраской деталей. Красить будем внутреннюю ручку двери. Быстренько снимаем ее. Первым делом замотуем деталь 800-й наждачкой. Берем грунтовку и загрунтуем всю деталь. Пока сохнет деталь, подготавливаемся к покраске дальше. Берем таз и наполняем его водой. Дальше берем три вида краски. Красный, белый и цвет моей машины Нефертити. Теперь сама суть кастомной покраски — это брызгать по очереди краску в емкость с водой. Ну давайте сразу начнем. Ну примерно до такого состояния. Ну красота. Теперь берем нашу деталь и пытаемся аккуратно окунуть ее в краску. Получилось оригинально, но сделаем это еще раз. Погреем феном, чтобы быстрее высохло. Пшикаем краску в воду еще раз. Берем детали и повторно окунаем. Ну идею вы поняли, что можно сделать очень оригинально любую деталь. Хочу сказать хейтерам сразу, что этот ролик был записан исключительно ради эксперимента. Ставь лайк, если было интересно.